Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Здравствуйте, мои дорогие подписчики и подписчицы, а также гости моего канала. Здесь купил такие, ну это на три дырки, стоит 450 рублей, смотрите, вот. Ну это магазин ДНС я купил. Ну я там заказывал как раз видеоиллюстратор. Эти. Что я там еще заказывал? Да вот этот как бы КВТ, что-то я там заказывал. Ключ такой. Потом, сейчас надо его... Блин, где у меня здесь? Чем шурупом, что ли? Открыть меня. Так, где он открывается-то? Ну, так, откроем. Да, хрен откроешь. Ну ладно, разору его, хер с ним. Раз не хочет открываться. Ни хрена не хочет вылезать. О, здесь талон гарантийный, еще ты какой-то тоненький. Ну ладно, честно, мне это не надо. Вот такой, это самое, на три этого как бы прикуривателя, еще два USB порта, то есть можно поставить USB-порт, то есть мне надо было 4 этих гнезда. Вот, а здесь получается 3 таких и 2 USB. Ну, можно USB купить, этот самый провод. А вообще-то у меня есть USB провод. Чтобы подключить регистратор, бывает, регистратор нужно подключить. Эти 3 отверстия уже не хватает. Ну, можно воспользоваться, естественно, повербанком, купить повербанк какой-то. Вот. Почему купил? Здесь у меня есть регистратор, а там он только 12 вольт надо подать на него, чтобы на его поднастроить хотел его. Поэтому купил такой этот самый утроитель такой. Вот сюда подключу 12 вольт, а здесь воткну в этот. В общем, такой. 450 рублей, в принципе, недорого. Блин, уже темно здесь, уже темнеет, зараза. Ну ладно, посмотрим, как записалось. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. С вами канал «Все для огорода». Вот такую штукенцию я купил.